Совсем недавно вдоль всей улицы Тимуровцев, что в Дашковой песочне, рабочие прорыли траншею вдоль жилых домов для прокладки электрокабеля. Местные жители сразу же забеспокоились, опасаясь за сохранность деревьев под своими окнами. По их словам, рабочие подрубили корни здешним рябинам. Например, все эти деревья здесь и во дворе в том числе сажала я со своими друзьями в детстве. Поэтому мне, конечно же, больно, что вот это вот так вот все просто. Вместо того, чтобы вырыть, допустим, я не знаю, вот здесь провести или где-то в другом месте, надо вот уничтожить ряд деревьев. На все обращения в свою управляющую компанию и муниципалитет местные жители не получили внятного ответа. Никто из ответственных работников просто не пришел на улицу Тимуровцев проконтролировать проведение коммунальных работ и пообщаться с людьми. Так что вопрос о деревьях на Тимуровцев остается без ответа.